это наша библиотека в райончике Вудсток. Вот здесь лежат книжки по именам, которые заказали по интернету на свое имя люди. Это все бесплатно. То есть потом ты по своему имени находишь свою книжку. Здесь интернет, можно распечатывать файлы. Тут обязательно туалеты. То есть здесь можно сидеть, у кого нет интернета дома, приходите, занимайтесь. То есть совершенно обычная, простенькая районная библиотека. Таких здесь много, в каждом районе обязательно есть. Она кажется маленькой, но у них огромный каталог, он как бы весь существует в интернете. Нужно только найти то, что нужно, и заказать, и тебе это доставят в ближайшую для тебя и удобную библиотеку и положат на твое имя. Вот видите, по алфавиту находится. Очень удобно. На чеке обязательно будет написано, когда возвращаете. Если нужно продлить, это тоже делается все через интернет. Спокойно продлеваешь. Здесь литература, как видите, не только на английском, но и на, как я понимаю, это китайский, наверное. Чекаут книжек делается самостоятельно. Здесь для детей уголок. Детские книжки. Вот это машинка для самостоятельной оплаты печати файлов. Оплата монетками. Нужно с монетками приходить. Вот это аппарат для того, чтобы делать чекаут книжек самостоятельно. Просто ты сканируешь свои книжки, вводишь свой номер карточки, пароль. Все очень легко, не нужно никому подходить. Все самостоятельно делается. DVD. Аудиокниги. Идем печатать файлы. Как это делается? Print Release Station. Беру библиотечную карту. Вот это карточки такие маленькие, удобно носить в кошельке. Со штрих-кодом персональным. Просканировал. Okay. Так, мне нужно бакс 10. Радация.
Принял $2. Так, я сделала 3. Отправляется на печать. А что это? Сдача. Сдача. Так. Вот печатают наши файлики. Здесь обязательно для дезинфекции штучки, салфеточки или гель. Сейчас я покажу вам, как сдают легко здесь книжки. Во-первых, как она выглядит, эта библиотечка со стороны. И вот сейчас мы только что сдали книжки. Легко, то есть не нужно ждать часов открытия библиотеки. Совершенно не важно. Подходишь вот к этой стеночке. Book return. Открываешь, кладешь, опускаешь. Все. Они тут же сканируют твои книги и знают о том, что ты свои книжки сдал. Все очень легко и просто.